Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хочу показать, как я обрабатываю междурядья у лука и чеснока с помощью электротяпки Евросистем. У меня на канале уже есть одно видео. Там все подробно показано. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Пройдитесь, пожалуйста, посмотрите. Там показано, что можно делать этой электротяпкой. А вот лук я еще не показывала, потому что, когда снималось прежнее видео, лук еще не было. Значит, что мы здесь видим? С осени посажен лук, он зашел. Посажен лук специально под эту тяпку. Расстояние между луком я делала 33 сантиметра. Также посажен чеснок. Они уже в этом сезоне один раз обрабатывались с помощью этой электротяпки. Обрабатывались в начале мая, как только взошел чеснок. Земля здесь рыхлая, твердую землю эта электротяпка не берет. Вот мы видим, что междурядье у лука совсем рыхлые, а между грядками они уже затоптаны, и они более твердые. Но это ничего страшного, тяпка возьмет это все. Хочу подчеркнуть такую особенность. Вот между луком земля рыхлая. И вот я ее прошла электротяпкой, и она абсолютно ровная. То есть граблями ее проходить уже не надо. А вот в междурядье, где она потверже, там уже потом пройду граблями. Так. Сейчас продемонстрирую, как я это делаю.